Отже, до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Леонова, член ініціативної групи громадського проєкту «Лавковий парк», і Денис Лєбідів, член ініціативної групи громадського проєкту «Лавковий парк». Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, що це за проєкт? Чому саме «Лавковий парк»? І чому, я знаю, що імені Віті Хоменки і Шура Кобера, чому саме цей парк? Все правильно. Да. Можна по-русски, так? Да? Да. Знаєте, наступив такий момент, коли кожен з нас, ми обикновенні горожани, абсолютно разные профессии, разные виды деятельности, мы задумались о том, чем мы можем быть полезны этому городу. Собрали 16 человек, инициативных, коммуникабельных, чего-то в жизни хотящих, что-то хотим сделать для города. И сделали соцопрос, опросили людей просто на нашей центральной улице и хотели узнать, чем мы можем быть полезны, что бы мы хотели бы сделать для города. И среди ответов, таких как, чего не хватает городу, например, дороги, урны, чистота. Много было ответов. Мы хотим сделать город ярче, город серый. Угу. И поэтому мы решили сделать арт-зону, арт-объект, скамеечный парк, где Денис более подробно расскажет, где будут из разных материалов разные скамейки, с ними можно будет и фотографироваться, и просто отдохнуть, и привести деток погулять. Выбрали парк Шуры Кобера Вити Хоменко, потому что там прямо напрашивается скамейки, скамеечный парк, там куча места и абсолютно не бесхозный. Я вспоминаю тот день, когда мы на Советской опрашивали людей, это было очень интересно, очень увлекательно. И когда было выбрано все-таки арт-объект, сразу мы не понимали, что мы хотим сделать. Мы хотели как-то украсить город. Ну и проводили время, гуляли по городу, интересовались. Каким-то образом, само собой, напросился скамеечный парк. Этот парк чем еще интересен? Рядом очень много учебных заведений. Там находятся две школы, неподалеку два института, колледж, больница расположена. Поэтому, в принципе, проходит очень много, большое количество людей и очень много молодежи. Скамеечный парк... арт-объект, все эти скамейки должны быть необычные, очень красивые, оригинальные, и это будет являться фотозоной. Вот. На данный момент, на сегодняшний день, у нас уже есть сметы на 5 скамеек. Вот. Планируется сделать около 10. Насколько будет возможность? Нам нужна, конечно, помощь. Поэтому мы здесь. Да, я знаю, что у вас у субботу проходит субботник. Да, да. Да, да, мы пригласили страничка из Фейсбуки. Найдите нас, пожалуйста. Так и называется общественная организация «Скамеечный парк». И мы там все новости сообщаем. В субботу был субботник. Пришли люди, не скажу. Нам очень понравилось. Спасибо огромное всем, кто откликнулся. Мы почистили территорию от листьев, вывезли две машины с листьями и не собираемся на этом останавливаться. Очень большая территория, очень классная. И взяли с собой кофе, чай, печеньки, угощали наших гостей. Музыка, было весело, в общем. Спасибо огромное всем, кто принял участие в нашем на субботнике. Взагалі, чому саме цей парк, чому не інший якийсь? Ну, добре, я зрозуміла, там багато шкіл, університетів. Можливо, ще є якісь плани, ще десь хочете після цього? Да, первым делом это наш пилотный проект. Мы планируем его завершить 21 декабря этого года. Сколько успеем, конечно, весной обязательно будет и высаживание цветов и так далее. Мы учимся только, естественно. Хотелось бы, конечно, такие арт-объекты делать по всему городу, потому что действительно город серый. И будет много зависеть от того, сколько людей откликнется на нашу просьбу. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Мы ждем каких-то идей, даже финансовой помощи. Это об этом все написано на странице в Фейсбуке, да, «Скамеечный парк». Мы встречаемся каждый понедельник. Сегодня у нас тоже будет встреча в 7 часов вечера. Кому интересно, пожалуйста, заходите к нам на страничку, спрашивайте, мы с удовольствием ответим. Можно принять участие просто своими руками. Мы будем организовывать еще субботники. Пожалуйста, присоединяйтесь. Я знаю точно, что 16 человек – это очень мало для города. У нас куча людей, которые чего-то хотят помочь городу, чтобы у нас здесь оставалась молодежь, чтобы хотелось приезжать и приезжать в город. Мы только за. Я вспоминаю фразу из детства.
Не спрашивай, что город сделал для тебя. Спроси, что ты сделал для города. И вот хочется, чтобы люди к нам присоединялись, делали город лучше и переставали задавать вопросы, что кто-то должен делать, почему-то должны делать. Ну как не мы? Ведь мы живем в этом городе. Поэтому хотелось бы, чтобы к нам присоединялись люди. Я думаю, эта волна будет с каждым разом усиливаться и усиливаться. Я бачила фото, які ви плануєте поставити лавочки, там різні і метелики, і літери. Звідки взагалі такі ідеї беруться? Ну, ізначально ми, звісно, проштудували інтернет, щоб зрозуміти приблизительно хоча б, що в голові. Да, тому що у нас дуже різні люди, кожен займається своєю роботою, і художників із нас совершенно нет. Коли ми почали шукати спеціалістів, мы нашли очень интересных людей, людей, которые уже начали предлагать свои предложения, свои рисунки, свои дизайны этих скамеек. И поэтому ну, мы привлекаем, они тоже люди, которые, ну, которым не безразлично это. И они совершенно не хотят плагиата, они хотят что-то свое. Мы ищем людей, которые тоже готовы вложить душу, и чтобы ну, это добро и радость несло нашим людям, нашим детям. Коли взагалі плануєте відкрити вже? Ну. 21 декабря 2017 года. То есть дуже скоро. Первое открытие. Но это не точка окончательная. Угу. Мы будем дальше этот парк развивать, потому что идет зима. Мы, конечно, естественно, понимаем, что... Совершенно не хотят плагиата. Своё. Мы ищем людей, которые тоже готовы вложить душу, и чтобы ну, это добро и радость несло нашим людям, нашим детям. Коли взагалі плануєте відкрити вже? Ну. 21 декабря 2017 года. То есть дуже Первая скоро. Точка окончательная угу. будет открытие. Но это не будем дальше этот парк развивать, потому что идет зима. Мы, конечно, естественно, понимаем, что... Совершенно не хотят плагиата. Своё. Мы ищем людей, которые тоже готовы вложить душу, и чтобы радость несло нашим людям, нашим детям. Коли взагалі плануєте відкрити вже? Ну. 21 декабря. Ну, это добро этого года. То есть дуже Первая скоро. Точка окончательная угу. будет открытие. Но это не будем дальше этот парк развивать, потому что идет зима. Мы, конечно, естественно, понимаем, что... Совершенно не хотят плагиата свое. Мы ищем людей, которые тоже готовы вложить душу, и чтобы радость несло нашим людям, нашим детям. Коли взагалі плануєте відкрити вже? Ну. 21 декабря. Ну, это добро этого года. То есть дуже Первая скоро. Точка окончательная угу. будет открытие. Но это не будем дальше этот парк развивать, потому что идет зима. Мы, конечно, естественно, понимаем, что... Совершенно не хотят плагиата свое. Мы ищем людей, которые тоже готовы вложить душу, и чтобы радость несло нашим людям, нашим детям. Плануете відкрити вже? Ну. 21 декабря. Ну, это добро этого года. То есть дуже Первая скоро. Точка окончательная угу. будет открытие. Но это не... Детям.